Друзья, всем привет! С вами Кирилл, и наконец-то я собрался снять для вас видео о том, как обстоят дела в американской школе. О том, какой был мой опыт учебы в американской школе и чем школа там отличается от школы у нас. Это мой личный опыт. Я здесь ни к чему не призываю и не сравниваю, что лучше, что хуже и так далее. Я хочу, чтобы вы не только по фильмам и сериалам представляли себе о том, как все там устроено, как, допустим, я себе это представлял, прежде чем уехать в Америку. Я хочу, чтобы вы понимали, как там все обстоит, прямо вот, знаете, так, из первых уст, то есть из реальной какой-то ситуации, из моего личного опыта. Я хочу, чтобы вы понимали, что и как там устроено. И, в принципе, для тех из вас, кто, возможно, собирается ехать в Америку по моей программе, по которой я ездил, либо по каким-то другим, и учиться там в школе, либо в университете, я думаю, вам будет это очень интересно, и вы будете готовы к тому, что вас там ждет. Кстати, видео о том, как я попал в Америку, можете посмотреть по ссылочке здесь. Ну что, начнем. Итак, я прилетел в Америку в начале августа. В начале августа и думал, что у меня будет целый месяц для того, чтобы акклиматизироваться, для того, чтобы привыкнуть, подучить английский, конечно же, чтобы нормально научиться говорить на том английском, на котором говорят в Америке, а не на том, которому учат нас в школе. И... честно говоря, я думал, что за это время, как раз-таки пару недель, 2-3 недели мне хватит для того, чтобы не ударить лицом в грязь, когда я попаду в школу, в среду моих сверстников, каких-то студентов, когда это будет все насыщенное такое, все каждый день на английском, все предметы на английском, и думал, что ну ничего, все, сейчас я хорошенько поработаю. Но оказалось, что школа началась 7 августа. То есть у меня, по сути, было 3 дня. Я когда это узнал, я был просто в шоке, что школа начинается через 3 дня после того, как я прилетел в США. Конечно же, мой уровень английского был довольно хорош для уровня школы, для нашего уровня такого, к которому можно подготовить ученика школы. Но сопоставить уровень того, насколько знаем английский язык мы здесь, средний статистический школьник или даже студент университета, да даже студент языковых вузов, и как говорят на английском языке в стране, где этот язык является основным, где он является государственным, официальным, то есть, допустим, где-нибудь в Америке или в Англии, это абсолютно разные вещи. Я это понял на собственном опыте. Меня моя принимающая семья отвезла в школу. Школа называлась South Lamar. Это школа, которая находится в Алабаме, штат, в котором я жил, в одной из провинций этого штата. Обычная государственная школа. Ничего особенного в маленьком городке. Это был не Нью-Йорк, это был не Лос-Анджелес, это была просто, можно так даже сказать, сельская школа в Америке. Меня привели в школу, завели в кабинет или в приемную директора. Там я познакомился с очень приятной женщиной, которая помогла мне составить мое расписание и провела мне такую ориентацию по школе. То есть рассказала, что где, как, и помогла вначале со всем определиться и со всем разобраться. Конечно же, прежде всего, хочу сказать так, что школьная иерархия в Америке примерно выглядит вот так. Вначале дети идут в школу в 6 лет примерно. В Америке сначала они идут в... elementary school или primary school. Это школа, там, допустим, с 1 класса, условно, там, по 6. Потом дальше идет middle school, это средняя школа, или junior high school, она еще называется. Это, допустим, с 6 где-то класса по 8, по 9. И дальше уже идет high school, старшие классы. 9, 10, 11, 12. В Америке 12 классов, можно посчитать, если в 6 лет они идут в школу, то в 18 лет примерно они ее заканчивают. В моем случае, я когда был в школе в Америке, мне было 16 лет. Мне только исполнилось 16, буквально 2 месяца, 3 месяца назад. И я попал в 12 класс. То есть в выпускной класс в Америке. У меня есть даже здесь вот диплом об окончании школы. Покажу вам его в конце видео. Студентов по обмену, как правило, присоединяют к 11 классу, иногда к 10. Мне повезло, я попал в 12, в самый старший. То есть ребята, которые со мной учились, им было от 17 лет и старше. То есть 17-18, там был даже один парень, которому было около 20 лет. Эта женщина, которая проводила мне ориентацию по школе, мы с ней сначала определились с количеством предметов, которые у меня будут. Там в Америке идет расписание, по крайней мере в моей школе это было так. Расписание дается на год, на учебный год. Состоит оно из 7 предметов. Расписание у всех свое собственное, свое персональное. То есть там не так, что если это 11 А класс, он весь 11 А класс
всей толпой ходит из кабинета в кабинет или к ним приходят в кабинеты учителя. Нет, все дело обстоит иначе. Допустим, в той же high school, как я уже сказал, там с 9 по 12 класс, есть список обязательных предметов, а есть список предметов, которые учащийся может в том или ином году выбрать для того, чтобы их проходить именно в этот определенный год. Вот, поэтому у меня, как в 12 классе, мне дали мои обязательные предметы, которые изучали все 12-классники, и также мне дали ряд предметов на выбор. Всего у меня было 7 предметов, мне дали персонифицированное такое, такую карточку, и это было мое личное расписание. Поэтому на один предмет я мог попасть с 9-классниками, на другой предмет я мог попасть с 10, на третий с 11, и обязательные предметы все проходили с 12-классниками. Как начинался мой день вообще в школе? Ну, он начинался рано утром, я вставал, завтракал и потом ждал автобуса. Приезжал такой большой желтый автобус, как вы можете видеть в различных фильмах, мультфильмах. Можно было всегда рассчитывать, что автобус выедет из-за угла в одно и то же время, и можно было прекрасно в него сесть и добраться до школы там буквально за 15-20 минут. Вы наверняка знаете, что в Америке разрешено водить автомобиль с 16 лет, поэтому очень-очень многие мои одноклассники, ребята там с 10-11 класса, они уже приезжали на учебу на своих собственных машинах. В Америке это вообще очень популярно, распространено, там практически у всех есть автомобиль. В семье 2-3 автомобиля — это нормально. Еще при регистрации в школе, когда мне выдали мое расписание, мне дали специальный ключик от шкафчика. Как показывают в американских фильмах, в коридорах у них есть вот эти вот шкафчики, где они хранят книги. Называется locker, ну от слова lock, закрывать на замок. Эти шкафчики были у каждого свои, у каждого был персональный locker, можно было там хранить что угодно, свои книги, свою спортивную форму и так далее. В американских школах, в принципе, практически не задают домашние задания, по крайней мере, в моей не задавали. И в этих шкафчиках очень удобно хранить все книги. Не надо ходить с огромным рюкзаком и таскать на себе 15 килограмм каждый день. Перед тем, как начинался первый урок, всегда по громкой связи такой студ-декан, или как это правильно называется, как хэдбой в Гарри Поттере, если вы понимаете, о чем я. Говорил речь, присягу американскому флагу, и все должны были встать, положить руку на сердце и дать присягу американскому флагу. В школе в каждом классе, практически в каждом классе, есть телевизор с видеомагнитофоном, и на уроках математики всегда, я не знаю, почему это было на математике, но нам включали новости. Нам включали телевизор, и мы смотрели новости в течение 10-15 минут. И только лишь потом начинался урок. Возможно, это сделано для того, чтобы опоздавшие могли бы подтянуться. Возможно, это сделано просто для того, чтобы просвещать молодежь в каких-то новостных моментах. Честно говоря, не знаю, зачем это было сделано, и это было довольно странно. Но вот где-то минут 10-15 урока математики каждое утро мы смотрели новости по телевизору. Писали все почему-то карандашами. То есть для меня это было очень непривычно, так как у нас карандашом писать запрещено, по сути, в школах. То у них все пишут карандашами. В 12 классе нам рассказывали примерно то же самое, что здесь в школе я проходил в 8 классе. То есть программа была элементарной для меня. Все, что мне нужно было сделать, это выучить новую лексику, связанную с этим предметом. Вот такая вот была математика. То есть, в принципе, ни о чем и ни про что. Следующий предмет был сельское хозяйство. Там вел его такой мужичок в клетчатой рубашке и в джинсах, довольно-таки смешной, с бородой и мордатенький такой американец. Такой типичный redneck. Это так называются люди, которые живут на юге США и которые занимаются такими рабочими профессиями. Вот он был такой типичный redneck. И самое интересное, что я запомнил со всего годового курса сельского хозяйства, так это то, что мы красили трактор. Там был такой огромный ангар, где стоял большой старый трактор, и мы красили этот трактор по очереди, носили, передвигали какие-то коробки, играли в компьютерные игры, типа как в ферму какую-то там, где мы пытались что-то там сеять и выращивать. Ну, в общем, это было тоже довольно-таки весело и совершенно не напряжно. Следующий предмет был у меня американское право, American Government. Что было забавно, так это тоже сам учитель и подход к этому всему. То есть такой учитель там этого всего был мужчина лет 35-40, такой он был все время на приколе, он очень любил сидеть и на уроке есть бургер. Вот он просто мог сидеть, рассказывать нам, кусать бургер его, жевать и рассказывать нам что-нибудь про американскую историю. И причем во время этого всего он мог еще сделать такую смачную отрыжку,
Ну и это, в принципе, считается нормально, и просто сказать «excuse me». Дальше, следующий предмет, который у меня был, это была анатомия. Анатомия была, конечно, сложная, сразу говорю. Анатомия и так сложная наука достаточно, а когда это все на английском языке, и там половина слов латинского происхождения, то есть таких, которые в обычной школьной программе вы не встретите, да и в словаре, которые не всегда в любом найдутся. Такой был предмет, где я немного нервничал, и мне было немножко сложно в начале, по крайней мере, описывать круг кровообращения на английском языке, это, конечно, не очень просто. Помню момент в анатомии, что нам задали домашнее задание. По сути, наверное, один раз за год нам дали домашнее задание. Нам задали сделать презентацию в PowerPoint по какой-то болезни. Он, учитель взял, нарезал бумажек с различными болезнями, накидал их все в шляпу и прошел по классу, чтобы каждый вытянул какую-нибудь болезнь и об этой болезни сделал презентацию в PowerPoint. Мне достался тогда энцефалит, про клещей энцефалитных, это болезнь мозга такая. И у меня было 2 месяца для того, чтобы сделать доклад на 10 минут или на 5 там, про энцефалит. Я пошел в библиотеку и в течение 1,5-2 часов все это нашел, все это сделал. И был уже готов, и оставшиеся 1 месяц и 30 дней я, в принципе, ничем не занимался. Интересным еще был момент, когда мы потом делали презентации по всем этим болезням. Когда я рассказал про энцефалит, сделал свою презентацию с всякими там слайдами и так далее перед всем классом, весь класс вместе с учителем аплодировали тому, как я провел эту презентацию. Это было очень приятно, это было как бы... Это был уже конец учебного года, и это было... таким знаком того, что меня приняли в этой школе, что я сумел влиться туда и сумел завоевать какое-то свое место и уважение среди своих одноклассников. Это было очень приятно, конечно, и здорово. Ну и оставшиеся предметы, это у меня была английская литература. За год в школе мы прошли буквально несколько произведений. Мы прошли Беовульфа, это очень интересное произведение на древнеанглийском, кентерберийские рассказы, Чосера, мы прошли Робина Гуда. В общем, мы прошли несколько произведений, буквально там 3-4-5 произведений за год, но мы их довольно-таки подробно разобрали, обсуждали, а по некоторым даже смотрели фильмы и делали тесты. Ознакомиться с древнеанглийским было вообще интересно и здорово, вот эти вот их буквы какие-то совершенно непонятные, как это все читается там. В английском обычном непонятно, как читается все, если ты не знаешь транскрипцию, а в древнеанглийском это совсем все страшно. Вот, но это было весьма интересно, и потом в конце учебного года моя преподаватель по английскому подарила мне вот такую штучку, вот такой вот подарок. Вот здесь даже есть такая наклеечка. Вот класс 2005 года, здесь мое имя, from Mrs. Rector. И здесь есть вот так вот внутри, вот так вот лежит такая вот наградка, которая написана Senior English, made in... USA. Да, вот такая вот наградка. Она вручалась тем, кто набрал больше всех баллов по английской литературе по окончанию учебного года. И такие награды, вот такие, как вот это. Та-дам! Да, такая шапочка у меня тоже была. Такие награды получили буквально несколько человек из всего класса. Наверное, человека... Насколько я помню, человека 4 из 36 человек, или 3, получили вот такие вот награды. Это те, кто набрал 100 и больше баллов по итогу из 100 возможных баллов по английской литературе. Ну, этот подарок, такой сувенир от преподавателя, был очень приятен, конечно же. Ну и последний предмет — это физкультура, physical education, или PE сокращенно. Большой спортзал с классным паркетом, с огромными высокими потолками, с выдвижными трибунами, с работающим табло, с огромным количеством инвентаря, снаряжения, мячей и так далее. То есть было действительно здорово в этом плане. Каждому доставался мяч, каждый мог поиграть. Да вообще у них со спортом здорово все сделано на самом деле. Спорт, несмотря на то, что там огромное количество людей с лишним весом, да, откровенно, толстых людей, очень много в Америке, спорт там развит просто очень круто. В школе есть, в любой школе, даже в такой простой сельской школе, которая была у меня, там есть несколько футбольных площадок, шикарный тренажерный зал, шикарный спортзал, то есть все снаряжение, все оборудование, формы спортивные с номерами, там совсем это все продумано и сделано очень на высочайшем уровне. И в день игры, когда, допустим, была игра, вечером сегодня, условно, там пятница вечер, и
должна быть игра, то все члены команды приходили одетые по форме спортивной. И их там встречали чуть ли не как народные герои. Когда была игра, допустим, с соседней школой или еще с кем-нибудь, то есть это было все очень круто, это все организовано на очень-очень высоком уровне. Приходят на игры огромное количество людей, ученики со своими родителями, со своими друзьями. Это сделано все очень-очень круто. Продают там всякую еду уличную. Это все классно организовано. Вручаются призы, награды. Это все оповещается по громкой связи. Это все чуть ли не телевидение. В общем, как мини, вот как это все в профессиональном спорте выглядит, так же это выглядит в школьном уровне, на любительском уровне. Это все очень-очень круто организовано. Еще такая, кстати, веселая довольно-таки вещь об американских школах, об американских вот студентах, школьниках. Там на юге, где жил я, в Алабаме, там было популярно, не знаю, во всей ли это Америке, либо только там, популярный был жевательный табак. Жевательный табак — это такие небольшие баночки, в которых находится табак жевательный. Его можно взять вот так вот на палец и заложить себе за губу, вот так вот, нижнюю. Выглядит это примерно так. Человек сидит вот так, с этим табаком за губой, вот таким оттопыренной вот такой вот губой. И он чувствует его вкус. Но слюну, которая собирается во рту, нельзя глотать. Поэтому у всех, кто этим промышляет, есть бутылочки от Кока-Колы, от чего угодно, которые они открывают и постоянно туда, я делать это на камеру не буду, это будет выглядеть отвратительно, но все равно, они туда сплевывают. И потом ты можешь сидеть в классе, и так вот сидит твой, там рядом кто-нибудь в метре от тебя за своей партой, и вот это вот поплевывает так во время уроков даже. Учителя ничего на эту тему ученикам не говорили, то есть каждый там вправе плевать куда хотел и чем хотел, поэтому это было тоже весьма отвратительно, когда ты смотришь, и там наплевано вот так вот полбутылки этого табака вместе со слюной смешанного. Это, конечно, было гадостно. Но одна из особенностей культуры, что тут поделаешь. А вообще в Америке действительно отношение между учениками и учителями совсем другое. Там ученик и учитель, они во многом приравнены. То есть там очень сильное уважение идет к ученику. Там никто никого не вызывает к доске. Там никто ни на кого не кричит. Там никто ни на кого не повышает голос. Никто никому не читает лекции, не отчитывает, не ругает. Ни в коем случае. Там очень сильно уважаются права и свободы людей. Даже, наверное, чересчур. Потому что бывали такие случаи, когда учитель, допустим, задает вопрос темнокожему парню и говорит, там, например, там условно «Гэри». Answer my question, please. Гэри отвечает, are you asking me because I'm black? Вы что, спрашиваете меня, потому что я черный? Ну и учителю надо съехать с темы как-то и спросить уже рядом какую-нибудь Саманту, чтобы она уже ответила на этот вопрос, и не кочегарить, не развивать вот эту вот тему какой-то межрасовости или еще дискриминации какого-либо уровня. Да, я не рассказал про предмет Food Dynamics толком. Мы туда приходили, это был наш класс, мы там, в принципе, сидели, просто там были кухни такие оборудованные, мы там готовили печеньки, делали различные подделки из каких-то ингредиентов или вырезали что-то из цветной бумаги. Ну, в общем, такое было ощущение. Нет, это была не школа для умственно отсталых, это была нормальная школа. Ну, конечно же, в конце учебного года был выпускной вечер, выпускной бал, который называется по-английски prom. В американской школе сначала все встречаются, там есть официальная часть, есть неофициальная часть. Все вот в этих вот шапочках, помните, в мантиях встречаются, их награждают, дают вот такие аттестаты об окончании школы, они выглядят очень здорово, вот так. Видите, South Lamar High School, здесь, в общем, написано, что я окончил эту школу в 2005 году. Это все... Да, в общем, красиво очень оформлено, здорово сделано, приятно выглядит и отличная память на долгие годы остается. Пром — это классное событие, все приезжают в костюмах, в бальных платьях и устраивают вечеринку, где выбирают там короля вечера, королеву вечера. В общем, это все сделано очень прикольно и интересно, много еды, танцев, живая музыка и, в общем, это все сделано классно. Я считаю, что что-то могли бы они у нас почерпнуть, что-то мы у них, но... Основной момент такой, что когда я приехал с этой школы, я себя чувствовал свободным. Я себя чувствовал свободным, да и там, в самой школе, я себя чувствовал не зажатым, не каким-то таким вот затравленным, а наоборот, мне было там легко, комфортно и свободно. Это, наверное, один из таких ключевых факторов вообще нахождения в Америке, когда ты там можешь чувствовать свободу. Я думаю, что если кто-то из вас собирается туда ехать, учиться, в университет, колледж, в
школу по программе обмена. Я думаю, что вы получили какие-то интересные для себя знания, какие-то новые моменты, о которых вы, возможно, раньше не знали. И думаю, вам будет легче, и вы будете знать, чего ожидать. Я надеюсь, это видео было вам интересно. Если это действительно так, обязательно напишите мне в комментарии. Если вы были в американской школе, у вас было что-то так же или что-то иначе, обязательно тоже напишите об этом. Мне будет очень интересно об этом почитать. Ну и, конечно же, напишите, что вы думаете, могли бы почерпнуть наши школы из американских школ, и что могли бы почерпнуть американские школы от наших школ. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Кирилл. Увидимся совсем скоро. Всем пока.